действительно знаю, какова деловая среда здесь, в ОАЭ. Я постоянно взаимодействую с инвесторами, и обычно в самом начале работы я говорю им: если вы видите людей, которые всегда останавливаются на красный свет и соблюдают законы, это значит, что в эту страну вы можете инвестировать. В противном случае, если вы приехали в страну, где люди не останавливаются на красный свет, не соблюдают правила дорожного движения и местные законы, то в такую страну не стоит вкладывать деньги.